Привет! Сегодня на обзоре Bigot MCM5 версии 2 с батареей 460 Вт-час, что крайне важно. Батарея не только оказывает сильное влияние на динамические свойства колеса, но и определяет его принадлежность к той или иной ценовой категории. К этой ценовой категории также принадлежат Kingsong KS16S версии 2 с батареей 420 Вт-час, тот же 16S версии 2 с батареей 680 Вт-час и InMotion V8F последней модификации. Давайте вынесем самые важные технические характеристики каждого из этих колес в отдельную таблицу, дадим относительную оценку их эксплуатационным свойствам и попробуем определить ключевые преимущества и недостатки героя нашего сегодняшнего дня. Опираясь не только на справочные данные конфигурации батареи напряжения ток-разряда, но и на личные ощущения во время практического тестирования, в андердоге по динамике запишу Kingsong с батареей 420 Вт-час. Это, увы, самый вялый персонаж в нашей четверке. Вы наверняка хотели бы увидеть фаворитом MCM5 с его потенциалом и мощным мотором, но слишком слабая батарея не даст ему показать себя во всей своей красе. MCM5 – это колесо, которое сегодня могло бы быть для вас не только хорошей домохозяйкой, но и страстной любовницей, если бы вы больше заплатили. По запасу хода фаворит Kingsong 680 Вт-час, андердог MCM5, потому что парень слишком прожорлив. По управляемости считаю лучшим MCM5. Все-таки диаметр колеса 14 дюймов – это вам не шутки прибаутки. По проходимости явного фаворита нет. Вроде MCM5 должен быть на дне, так как у него самый маленький размер, но ширина покрышки сильно решает. Kingsong может стать бесспорным фаворитом и даже пробить потолок, если поставить ему более широкую покрышку. Это возможно. Но в стоке ситуация именно такая, какой вы видите ее на экране. Вес. V8F – самая легкая, 16S – 680 Вт-час – самая тяжелая. Технологичность. Думаю, никто не поспорит с тем, что InMotion топ. За ним Kingsong с алюминиевой ручкой, колонками и лучшей реализацией функции блокировки мотора. Внешний вид – конечно, дело вкуса. InMotion – маркий и не особо практичный, но прямо из коробки прекраснее любой порнозвезды. Цена. Самый дорогой InMotion, самый дешевый Kingsong с батареей 420 Вт-час. Остальные расположились так, как вы видите на экране. Так как же мы охарактеризуем сегодняшний Bigot MCM5? Если сравнивать его с колесами из одной ценовой категории, то это недорогое, с хорошей динамикой, с отличной управляемостью и проходимостью колесо, единственной слабостью которого является запас хода. Если это как раз то, что вы и ожидали, то позвольте познакомить вас с дизайном и кратко рассказать о расположении важных элементов и приборов. Дезиган. Основной материал видимой части корпуса – черный рифленый пластик. По всей длине округлого корпуса по центру – светодиодная лента под полупрозрачными глянцевыми пластиковыми накладками. Широкие педали с нижним внешним скосом 15 градусов для облегчения поворотов. На педалях – наждак. Вверху корпуса – вырез. Это ручка, за которую вы будете брать, если вдруг надумаете поднимать колесо. Внутри этой ручки – кнопка, которая предотвращает вращение колеса, если вы отрываете его от земли включенным. Транспортировочная ручка, которая позволит катить колесо рядом. Покрышка с размерностью 14 на 2,5. Протектор, судя по многочисленным отзывам, очень хорош для различных типов покрытия, а бренд слишком известный, чтобы я его называл. Силовая часть. Модель MCM5 версии 2 способна на многое, однако, повторюсь, его возможности сильно ограничены установленной батареей. Аккумуляторная батарея 460 Вт-час, хоть и 84-вольтовая, но имеет сравнительно невысокий ток разряда. Меньший ток сможет обеспечить меньшую мощность. Вам придется отказаться от резких ускорений и торможений, а предел максимальной скорости не позволит догнать олимпийского бегуна, как бы вы этого не хотели. Тем не менее, для начинающих динамики вполне будет достаточно. Даже со слабой батареей колесо очень даже бодрое. А если в будущем вы вдруг захотите сделать из вашего колеса топовый вариант, достаточно будет просто заменить батарею. Место внутри для этого есть. Подведем итог.
Сегодня мы сравнили технические характеристики всех взятых из одной ценовой категории моноколес и определили сильные и слабые стороны каждого из них. Герои нашего сегодняшнего обзора Bigot MCM5 версии 2 с батареей энергоемкостью 460 Вт-час был признан одним из недорогих, с хорошей динамикой, с отличной управляемостью и проходимостью. Если вас не пугает его самый низкий по сравнению с одноклассниками запас хода и устраивает внешний вид и оснащение данного колеса, наличие и цену уточняйте в отделе продаж. Если вам необходимо больше технической информации о данном колесе, хотите узнать, как оно разбирается, как заменить покрышку, какие установлены подшипники в мотор-колесе и какой ширины магниты, читайте статью Тараса в его техноблоге. Не забывайте оценивать видео и писать комментарии. Всем спасибо за просмотр. Пока.